Отличный момент обновить свою жизнь. На чем спите вы? Вы задумывались, от чего зависит ваш комфортный и здоровый сон? От чего? Я вам отвечу. Напрямую от постельных принадлежностей, на которых вы спите. Они немаловажны. Итак, а я думала, знаешь, только от того, во сколько ляжешь спать. Но оказывается, нет. Итак, друзья, мы готовы вам представить спецпредложение дня. Все для вашего комфортного сна. А именно всего, вот чего достаточно? Хорошего одеяла и хорошей подушки. У нас есть для вас спецпредложение. Это самая выгодная покупка. И это самая низкая розничная цена. Но будьте внимательны, спецпредложение крайне ограничено. К слову, остается только выбрать размер. Совершенно верно. Комплект для сна «Тысяча и одна ночь» представлен в 6 вариантах размерных модификаций. Выбираем свою. Да, друзья, у нас есть 6 модификаций, разделим по 3, да, есть полутораспальные, двухспальные и евро. Одна подушка, либо две подушки в комплекте. Юль, но самый главный вопрос, как подобрать свой размер? Ориентируйтесь по размеру постельного белья. И вот еще один немаловажный момент. В студии «Эксперт», значит, будет правильная информация о том, как скомплектовать свою спальню. Я обращаю внимание на то, что это именно готовый гармоничный комплект. Нужно брать именно комплект. Почему? Сейчас объясню, почему. Олечка, смотрите, вот зайдите в свою спальню, подушки в разнобой. Из одного наполнителя, одеяло из другого. Так у 80% страны. Ну, не привыкли еще к хорошему. Давайте вместе с комплектом «Тысяча и одна ночь» привыкать к хорошему. Одинаковый наполнитель обеспечивает правильный микроклимат в спальне. Гармоничная она должна быть. Поэтому «Тысяча и одна ночь» сегодня как нельзя кстати. Постельные принадлежности нужно менять. От этого зависит все-таки напрямую здоровье вашего. Слушай, Юль, ну если еще объективно оценивать, сейчас очень хорошее для того, чтобы менять постель, время, потому что это спецпредложение дня. Ниже стоимости просто не было и не будет. А, так, вот скажи, пожалуйста, если это комплект, да, что здесь объединять, что здесь единого? Действительно, раз комплект, значит, здесь есть что-то общее. Общий здесь наполнитель. И в одеяле, и в наших подушках наполнитель натуральная верблюжья Стоп! Шерсть. Ты мне говорила не спать под натуральными материалами. Стало аллергенные они. Олечка, только не верблюжья шерсть. Верблюжья шерсть является натуральным наполнителем, но абсолютно гипоаллергенным. За счет того, что там содержится потрясающий компонент, который остается даже после переработки, это ланолин. А это значит, ваш здоровый сон вам обеспечен. Ланолин убивает до 90% всех известных бактерий, и мы накрываемся свежими постельными принадлежностями. Важно думать о своем здоровье, а не только об удобстве. Обязательно. Если хотите здоровый сон, выбирайте «Тысячу и одну ночь». Так, я поняла. Здесь ты ответила на мой вопрос. Но ты говоришь, заботься о своем здоровье. Мне самое главное не замерзнуть. Но такое легкое одеяло, ну толку от него какого вообще? Одеяло действительно облегченное. Посмотрите, как пушиночка. Это тоже неспроста. Даже эта деталь имеет значение. Тяжелое одеяло накапливает утомляемость. Нам она зачем? Мы в спальне хотим отдыхать и расслабляться, но при этом еще и согреваться. «Тысяча и одна ночь», Олечка, напоминаю, внутри с натуральным верблюжьим наполнителем. Он прекрасно держит термобаланс, о чем я говорю. То есть не жарко и не холодно. Комфортное сухое тепло, которое еще и напряжение с мышц поможет снять. Так, я поняла, значит, зачем верблюжья шерсть в одеяле, в подушке? Ты тогда зачем голову греть? Нет, не голову греть, конечно же, наоборот, мы ищем холодочек в подушке. Давайте рассмотрим все подробно. Подушка у нас двухобъемная. Вот здесь, в этой подстежке, в съемном чехле, смотрите, находится тот самый наполнитель из натурального верблюжьего прочесанного волокна. Именно он не пускает в подушку болезнетворных бактерий. Они сюда попадают, для них это агрессивная среда. Умирают. И вы спите абсолютно на свежих постельных принадлежностях. Гигиена спальни прежде всего. Верблюжья шерсть обеспечивает не только комфорт и упругость подушки, но еще и здоровый сон. Итак, друзья, для всех тех, кто хочет высыпаться, ну, все-таки утро у нас, Юль, бывает, согласись, разное, да, бывает угрюмым настроением проснемся, бывает попозитивнее. Вот если вы хотите гарантированно просыпаться с прекрасным настроением, мы подобрали для вас здоровый комплект, постель ваша новая, которая называется «Тысяча и одна ночь». Это подушки и это одеяло. Посмотрите, у нас есть 6 модификаций, то есть вы выбираете ту, которая подходит под ваше постельное белье, как там Юля рекомендует. А если вы выбираете полутораспальное одеяло, у вас одна подушка, но нужного вам размера либо 70 на 70, либо 50 на 70. Если вы выбираете двушку или евро одеяло, то у вас уже две подушки. Но цена радует, она самая низкая, потому что это спецпредложение дня. Главное,
успеть им воспользоваться. Номер на вашем экране, звонок абсолютно бесплатный. Сделайте этот шаг и высыпайтесь с удовольствием. И экономьте время с комплектом для сна «Тысяча и одна ночь». За ним легко ухаживать, вы не потратите много времени на уход. Постельные принадлежности все равно, конечно же, требуют какого-то ухода. Здесь он элементарный. Смотрите, съемный чехол у подушки. Сняли, бросили его в машинку. Он стеганный, видно невооруженным глазом. А это значит надежный, долговечный, износостойкий. А наполнитель второго объема – это основная часть подушки, вообще силиконизированное волокно нового поколения. Здесь ни клещ сапрофит не живет, ни запахи она не впитывает. И прекрасной упругостью, правильной, даже ортопедической обладает. Хотите высыпаться с удовольствием? Хотим. Хотите наконец-то начать высыпаться? Да, высыпаются. Пора бы. Тогда «Тысяча и одна ночь» точно для вас. Итак, а хотите ли вы сэкономить, друзья? Сегодня самый лучший момент. Причем, знаешь, Юль, вот я лично считаю, что к Новому году это идеальный подарок, особенно для кого? А, к примеру, наши мамы, наши бабушки и так далее очень хотят позаботиться о своих близких. Наверняка и вы хотите подарить близким здоровье, заботу, комфорт. Подарите им такой комплект. Берите сразу несколько наборов, получайте бесплатную доставку. Все вопросы в колл-центре. Звоните, мы ждем вашего звонка. Спецпредложение сегодняшнего дня. Комплект для сна «Тысяча и одна ночь». Позвольте себе здоровый и комфортный сон. Это гармоничная и правильная ваша новая спальня. Посмотрите на экран. Вот она. Одеяло и подушки. И 6 вариантов комплектации на выбор. Выбирайте по размеру своего постельного белья и своей кровати. Полутораспальные, двухспальные евроодеяло. И подушки тоже двух размеров. 50 на 70 и 70 на 70. Ну, давайте определяться. Смотрите, выбирайте по размеру своего постельного белья, которое вы чаще всего используете. Полутораспального с одеяла, двушка или евро. Здесь вы выбираете в двушке и евро две подушки, а в полутораспальном одну. Подушки, ну, как всегда, вам уже знакомы, 50 на 70, либо 70 на 70. Комплекты ограничены, главное, успейте заказать именно свой. Именно комплект. Я рекомендую брать именно комплектом. Ваша спальня будет гармонична, наполнитель одинаковый, верблюжья шерсть, который не пускает бактерий к вам в спальню, и вы будете, безусловно, уверены за свое здоровье. Это очень важно. В разнобой у вас подушки, одеяло. Избавляйтесь от этого. Давайте привыкать к хорошему. Правильно, чтобы подушки и одеяло были одного наполнителя. Они имеют одинаковые свойства, будут помогать вам хорошо высыпаться. Безусловно, комфортный сон обеспечивает верблюжья шерсть, а в Древнем Египте девушки даже худели под верблюжьими. Вот это да!